Новая гоночная трасса вместо старого стадиона. Винница теперь может принимать крупные соревнования по дрифтингу. За звание лучшего в этот раз боролись 14 автогонщиков из 5 областей Украины. Но в следующем году организаторы ждут еще больше участников. Рев моторов и запах жженой резины. Это автогонщики соревнуются в мастерстве маневренности на огромной скорости. Чудово, та трасса підготовлена, досить технічна. Ми зі Львова. Соревнования именно в черте Винницы проводят впервые. Старый стадион специально переделали под гоночную трассу. Мы здесь сделали большой ремонт, вложили сюда больше миллиона гривен для того, чтобы мы в Виннице могли проводить соревнования и тренировки для аматоров. Любой человек, который захочет заняться дрифтом, мы можем дать машины для того, чтобы человек попробовал и принял решение, или он вообще будет этим заниматься. И первые желающие уже испытали себя. Максим любит скорость и без колебаний нажал на педаль газа. Очень круто, очень понравилось. Трасса достаточно скоростная. Есть возможность подучиться, попробовать что-то новое. Очень круто, очень понравилось. В этих соревнованиях все чемпионы. В следующем году ряды профессионалов пополнят новички, которые впервые сели за руль гоночных машин. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Винница, «Твой дом».